тоже не уходили, да? Да. Так и есть. Время. Играют Зарубеж Нефть и Inline Group. Зарубеж Нефть в зеленой форме, Inline в желтой. Второй матч Золотого Кубка конференции А. В регулярном первенстве Inline Group занял третью строчку в первом дивизионе. Зарубеж Нефть выиграл дивизион номер 2. В общем, за отчете Inline чуть выше Зарубеж Нефти на одну позицию и обошел, собственно, на одно очко. Личную встречу тоже должны мы посмотреть. Закончилась она со счетом 0-0. Да, ищи Зарубеж Нефть с Инлайном в прошлом туре, в заключительном туре первенство играла. У нас сегодня, еще раз скажу, не первенство, а кубок, хотя команды все те же самые. Хорошая комбинация Инлайна. На дальней штанге был Мамедов. Все, не мог под мяч подстроиться. Там у него и доли секунды на это не было. Просто подставлял ногу так, как получалось. Бросок от ворот Инлайна. Мандьяров отошел на свою половину и уже с линии штрафной мяч выносил головы. Мандьярова непривычно видеть в роли защитника. Штрафной Инлайна. Три человека в стенке. Момент опаснейший. Высоко прессингует Инлайн. Мандьяров показывает, что некому отдавать мяч, и нужно побыстрее подвигаться. Мандьяров мяч забрал. Момент жесткий, на желтую карточку. Ну, это не лишение явной возможности забить голы. Там мяч находился рядом с угловым флажком, а игроков штрафной было много. Поэтому желтая. А, Денис, подходи. Вот, подходи, Денис. Денис, ближе чуть. На красную линию. Вот, стоп. Стоп. Чуть правее. Вот. Я же в таске, куда? Куда в таске?
какой момент сейчас был у Илларионова. Забивает Мадьяров. Кладет в девятку. Без шансов голкиперу. 1-0. Зеленый. Получился удар головы, по-моему, по своим воротам сейчас у защитника. Серия потерь и ошибок сейчас была. Так, перекладина, сейчас споры, пересек мяч линию или нет. Решение судьи, что взятия ворот не было. Нарушение. До ворот около 11, нет, больше метров. А, там? Да. Вот здесь вот. А там нет. Головой нефтяники подают. До Мадьярова немного мяч не доходит. Коллективный прессинг у Зарубежнефти. И снова не совсем аккуратная передача. Опасная игра. Без фола, без фола, без фола. Со всех сторон. Начали сразу. Три ствола тут. Отборы 4-3. Зарубежнефть атакует выше ворот. Илларионов. Мадьяров отсюда уже сегодня забивал. Очередная атака 4-2. Ну здесь, ну, как же так можно? Тогда какие еще моменты нужны Зарубежнефти? Мадьяров укладывает вратаря, перекидывал его, но здесь защитник. Тайм-аут берет инлайн. Ну, слишком уж часто стал проваливаться. Да-да-да. Я лично. Время, стой. Игра продолжается, была оказана медицинская помощь сейчас вратарю Зарубежнефти. Можем продолжать.
Нормально, все. На своей сейчас. Снова опасная игра. Свободный удар. Быстрее нужно вводить мяч в игру. 5 секунд. Перерыв при счете 1. Я там спишься. Второй тайм игры за рубеж нефти и инлайна. В золотом кубке уже один лидер наметился. Это Комус. У него один матч, одна победа. Вот сейчас узнаем, кто будет составлять Комусу пару. Пока временно. Минута сыграна во втором тайме. Пока активнее инлайн. В первые 10 минут все было наоборот. Поуже, я! Маша, защити, поуже! Маш, выше, Маш, середину закрывай! Первый на мяче инлайн. Мамедова получился удар, хотя сам, по-моему, он планировал мяч принимать. После этого угловой. Рядом со штангой мяч прошел. На ближнем играет вратарь за рубежем. Мяч идет строго по линии. Один добавляется, остается Сережа. Хорош. Сереж, сохраняй, сзади двое. Молодец. Сережа, успей нам. Все, не верь, пляж, не отходи. Освобождай зону. Денис, уйди, уйди туда. Макс, уйди, я сюда. Турнир посещает. Должен быть угловой, на это тоже обратил внимание арбитр. Все-таки было нарушение. По фолам 2-2. Набегай, Давай,
Да, ушел, Люк. Все, все, молодцы. Ну, если Зарубежнефть не будет прессинговать совсем, то не дождется возможности контратаковать. Мадьяров. Ну, кто-то должен ему помогать. Слушай, наград... кого нам надо наградить? Зарубежнефть и двух, да? Одного? Я не знаю, одного. Давай Зарубежнефть в конце наградим, когда лотерея будет. Сразу все и то, и другое сделать. Давай. Ты нашел тренинг? Нет? Что, мне казалось, мы вратарю давали лучшего. Я честно, я не помню разу. По-моему, подарочек видели, да? Ну что, в коморке? Ларионов. Один на один с вратарем. Забивает. 2-0 становится счет. Мы его просто символическую. Так, мы сбор пути. Иванушкин. Раз, головой. Один получает. Бросал мяч Иванушкин сейчас чужую штрафную. Каждый. Блин, нет, до этого спросил Тюнова. Это что будет? Мадьяров. Очередной хороший его прострел. Макс, выше! Макс, это твой игрок! Макс, ты защищай! Макс, Макс. Сеточка неплохая была у инлайна. Вроде держат мяч, вроде пытаются атаковать, но в штрафную входят крайне редко. Отлично! Корпус вверх! Чуть назад я! Третье нарушение нефтяников. Корпус лак. Один. Один. Ребят, добавляйся, Игорь. И бросаться, Игорь. Терпи. Терпи, Серега. Вниз, вниз, ребят, мяч. Доигрывает каждый эпизод Зарубежнефть до конца. Ну уж совсем доверного. Штанга. Дьяров показывает, что Зарубежнефть должна мяч в игру вводить. Мадьяров. Ох, какая ошибка сейчас. Выбит был мяч из-под ног. Тайм-аут берет Зарубежнефть. Ну все, розыгрыш аута придумала Зарубежнефть. Есть вторая попытка. Пол в атаке, это четвертое нарушение нефтяников. Мамедов. Мадьяров на перехвате. Третий мяч поставит точку в этом поединке. Илларионов, перекладина.
Покинул мяч пределы площадки. Да, арбитр стоял на линии, все видел. Не бросаю, не согласен. Можно вратарю отыграть в крайнем случае. Мяч коснулся потолка, аут. Последние секунды игры. Что ж, надо сказать, что по делу выиграла «Зарубежнефть». Лучше смотрелась в первую очередь в атаке, нанесла два прицельных удара и 2-0.